«Все для красивой жизни» – таков девиз выставки «Территория красоты 2016». Организаторы отмечают за каждым стендом новинки индустрии красоты и здоровья, а также современные, модные и ювелирные тенденции. Более 150 участников, действительно со всей страны. Урал, север нашей страны, южный регион традиционно представлен. Нам очень приятно, что в этом году к нам приехали прибалтийские республики, которые до сих пор посещали только наши ювелирные выставки со своими традиционными янтарными изделиями. В этот раз на выставку они привезли замечательный трикотаж, изделия из кожи. Мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов для посетителей. Все это до 19 июня. Сегодня же на открытии юбилейной выставки прошел фэшн-показ. Свои достижения в мире моды продемонстрировали компании, специализирующиеся на народном промысле. Это вологодское кружево и украшения от кубачинских мастеров. Продолжатели традиции древнего искусства презентовали еще более утонченные, изысканные и оригинальные работы. Кружево же с 200-летней историей из прикладного искусства сегодня превращается в эксклюзивный модный тренд. Это как люшечное кружево, которое у нас здесь представлено. Плетется оно кружевницами. Мы работаем с модельерами, это как Юдашкин, Зайцев, Ульяна Сергеенко и многие другие, соответственно, из клиентов нашей фабрики это звезды. Фабрика шагает ногу со временем и использует уже какие-то современные тенденции в коллекциях одежды. Это молодые художники-дизайнеры, которые с нами сотрудничают. Поэтому каждый найдет в нашей продукции что-то именно для себя. То есть это и более молодого поколения, ну и, соответственно, уже более взрослые люди, которые знают этот бренд и у них есть все эти вещи. Представлены на выставке сочинские выставки и избранные работы художника Никаса Сафронова. А уже в другой части зала одежда, в том числе из льна, сумки, предметы интерьера, богатые ювелирные коллекции от полюбившихся сочинцам компаний. В рамках «Территории красоты» можно ознакомиться и с различными предложениями по уходу за собой и по здоровому образу жизни. Сразу два выставочных мероприятия «Территория красоты» и «Фестиваль народных промыслов» продлятся по 19 июня в Гранд-отеле «Жемчужина». Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.